Эй, док, давай сдадим назад. Для разгона дороги не хватит. Дороги? Там, куда мы едем, они нам не нужны. «16.29. Среда, 21 октября 2015 года». 2015-го? Мы в будущем! Будущее наступило, по крайней мере, по версии культового фильма Роберта Земекиса. Именно 21 октября 2015 года конечная точка маршрута «Машина времени» из знаменитой трилогии «Назад в будущее». По всему миру сегодня устраивают флешмобы, переодеваются в костюмы героев и смотрят любимый фильм. Здравствуйте, в эфире ТНТ Поиск, и вот калининские новости дня. $250 миллионов рублей не заплатили клинчане. Налоговая ждет должников. Если требование не будет исполнено в срок, там указан 30 декабря 2015 года, то инспекция будет вправе обратиться в суд. Перемены неизбежны. Фасад дома по Мише Балакирева приобретет новый вид. С учетом моего характера, вы уже знаете, я этот вопрос без контроля не ставлю. Реформа молодежной политики. Члены правительства и руководители на местах обсуждают проблемы и предлагают решения. Я думаю, что в ближайшие 2-3 года мы заново выстроим всю молодежную политику Московской области. И наш подарок Юрию Куклачеву. Чем удивили клинчане народного артиста? В этом портрете на 100% существует это куклачевское обаяние. Как он это добился, я не знаю.